вам всем, ребята, кентуху на проводе, и сегодня я не один, со мной... Тик-такерушки, всем огромный здоровый привет! Короче, пацаны, что мы сегодня делаем? Я покупаю оружие тик-таку, а тик-так покупает мне! И кто победит, тот красавчик, а кто проиграет, тот убалимый! Ну что, братик, ты готов? Ну давай, ну убалимый. Заранее просто сказал, как бы, добрый день, добрый вечер. Так, ну все, поехали. Так, ну что, братик, в первом раунде, говорится, я к тебе очень хорошо отношусь, я тебе подарю самый дорогой скин. Ой-ой-ой. Не, я тебе тоже оставил выбор, ты еще просто бы в шоке. Ну давай. Потому что Кента ПК самый щедрый. Кента ПК, голая рука. Самый. Кента ПК, голая нога. Не бритая рука. Ой. У меня один вопрос. А ты где-то спрятал, мне его найти надо или нет? Не-не-не, братик, твое оружие у тебя в голове. Безумно можно быть первым. Погнали, молодой, давай. Давай, хорошо. Так, пацаны. Ну что, погнали. Нет, тут был без вариантов. Я, конечно, все понимаю. Можно было хотя бы юсп скинуть ради приличия. Братик, не надо буянить. Не надо брать, понимаешь? Не в скинах счастье, а в прямых руках. Вот это цитата. Аж до глубины души. Если бы ты взял свои руки в руки, то ты меня выиграл, понимаешь, да? Ну давай, не, слушай, я пока что тебя буду жалеть. Пока что тебе буду жалеть. Так, что бы тебе скинуть, я даже не знаю. Ну ладно, короче, я тебе даю вот так вот и вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, я тебе тут всего наскидывал. Так, поехали. Давай. Ты давай только так близко ко мне не подходи. Короче, я говорю сразу. Слушай, а на что мы играем дуэль? Мы же забыли. Ну а вы... Авен Трэжер Хантер! Конечно. Не, подожди, а что ты смеешься? Победитель получает... Это так ты мне подарил, да? Вот так это по-дружески, по-твоему, да? А где мы? А где мы сидим? А где мы сидим? Чувак, я только вышел! Ты прикалываешься! Почему? А почему ты так долго? Да смотри, ты так долго, блин! Не, чувак, ну вот за это я тебя накажу. Ну ты посиди! Я даже выбежал, не успел, зашарюсь! Ты долго бежал! Ты долго бежал! Ты бежал долго, алё. Окей. Так, ну что, брат, сейчас и за все отвечу. Вот это тебе, все, хватит себя, родной. Так. Давай, Мал. Давай, Мал, погнали. Поехали. Слушай, ну пока что счет 1-1, есть шанс тебе, говорится, засейвить Авик ТХ, поэтому ты там подумай. Давай во время того, как мы бежим, есть шанс зарезать друг друга. Да не, слушай, я смотрю, ты сильно меня любишь. Ну, значит, это сначала у нас такая идет темка. Сначала тебе даю хорошенькие скинчики, потом ты к этому привыкаешь, а потом бац. Опа! Это было... Минус 28 в голову! Братик, ты специально мне подкинул АКР, чтобы дал минус 27 в голову, да? Я себе делаю щитами пинах, понял? Так, хорошо. Я требую реванш. Я тебе дам еще нормальную пушечку. Ты ничего не думай. Я тебе дам еще нормальную волыну. И помахаемся с тобой. Я тебе дам выбор. Ой, спасибо. Что там выбор? Там играть G22 или SP350, да? Такой выбор или какой? Опа. Стой, подожди, сейчас. Интересно. И там было одно оружие будет спрятано. Кто не спрятался, я не виноват. Я иду искать. Давай, убегай. Слушай, а что это 2 фабма? А я нашел секретный дропчик. Опа. Ты не прочитал 3 оружия на выбор, так я понимаю? Ну да. Слушай, ну я тебе тоже дал нормальную волыну, правильно? Ну, братик, это уже хэдшот твой. Сразу хэдшот для тебя. Братик, слушай, а ты где? А чё ты не топаешь? А ты сыха боишься? Хаешка прям мне... Я тебе в голову дам минус 7! Триндец! Это был киберспорт. Капец, ты мне в голову на развороте. Не погано руки. Ну что, братик, готов Авик ТХ сливать? Я тебе сейчас дам такое, брат, ты обалдеешь. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ну, брат, мне кажется... Я тебе дам... Ты сейчас обалдеешь. 3 оружки на выбор. 3! И 3 пистолета, наверное, да? Не-не-не, брат, ну какие пистолеты? Ты меня вообще за человека считаешь, брат. Ну все нормально, не переживай. Я подписал... Ты подписался секретный приговор. Ой, секретный, говорю, смертельный. Так, поехали. Секретный приговор. Давай. Я тебя услышал. М40, я понял. То есть ты решил... Ты пустил кому-то габелла, кстати, без рофлов. Так, тихо. Не-не. Дядя. Так. Не видишь, что ты в кармане? Блин, ты в кармане! Стой! Опа! Отстань!
Почти! Трындец! Почти не считается. Ну, конечно, попал, конечно, попал. Так, ну что? Брат, давай сейчас договоримся, только без кидалова. Давай. А давай! На ВП. Ты и я. Да мне нету денег, брат. Я тебе скину твое любимое оружие. Ну ладно, давай тогда на М40. Кто-то пойдет на мид, подожди, если на мид пойдет, то Тумбхалима, согласен? Ну, 100%. Ну, подожди, так ты же на миду пробил только что. Не, ну это было не в счет, все, погнали. Опа! Блин, а ты, я только вышел! Да я только вышел! Хорошо, хорошо. Ты ответишь за все. Ты ответишь за все. Ну что, братик? Как ты думаешь, что я тебя выброшу? Моя ты! Мой ты сладенький, мой ты золотой, что я тебя выброшу? Мы на М40 не будем играть? Братик, каждый играет на чем он хочет. Ну давай. Я тебе даю полную свободу. Я тебе даю скин, который стоит 2000 голды. Брат, а я тебе просто... Опа! Кто ты по жизни? Ты лох! Угу! Пидрывав малого. Опа. Так, побежали? Не, ну так-то не паника. Не паника, ты мне. У меня просто денег не было. Ля, ты шо? Ну слушай, братик, ну. Не, ну слушай, ну я считаю, тебя надо наказывать. Я же 340, ты мне такой вантапчик дал, надо тебя наказывать, дружочек. Ну давай поиграем. Поиграем с тобой, мало. Давай, давай, давай. Так, все, я бегу. А ты где? Так. А я играю. А ты где-то запрятался? Да. А где-то. Ну что, братик, а что, не повезло, да? Ожидал меня слона, да? На крысичах. Это называется Brain 500 IQ. Ой, братик, сейчас с тобой посмотрим. Ты меня помнишь заливал? Ой, да я ВП мастер, ой, да я на ВП играю, как гиперкотлета. Хорошо, на ВП. Давай. Поехали. Поехали, малый. Давай, давай, давай. Так, братик, это тебе подарочек от меня. Это бесплатная флешка, можешь забирать. Я ее даже не знал. Подожди, а то, что на миду лежит, может? А, блин. Не-не-не, на мид нельзя, Ну, боже! Ладно, брат, день есть всегда. Главное, день, знаешь, что я скажу? О! Нет! Как ты попал? Ёханый бабай! Это трындец. Отойди. Пичу! Я не попал! Я не попал! Ты не адекват. Это ГГ. Ты где? Ты где? А вот где я могу быть? Ты там! А-а-а. Трындец! Дядя! Дядя, ты где? Так, так, так. Опа! Опа! Америка, Европа! 15 хп! Я по тебе, кстати, я по тебе так промазал, обидно. Ну, братик, давай. Теперь. Хорошо. Теперь хорошо. Ты должен показать мне, кто есть кто. Хорошо, хорошо. Ну давай, ху есть ху. Так. А зачем ты материшься, типа? Брат, это English language. Так, что же тебе выбросить, я вот думаю. Братик, ну я не знаю, ты себя плохо вел. Ты себя плохо вел. Брат, ты себя плохо вел, поэтому я тебе, ну, такой скин, брат, без обид. Я всегда хорошо веду себя, неправда. Нифига себе, ты уже оттуда прибежал. Вот это вот, так, что, ребята, побежали быстрее. Топ-дроп от брата. Вот это. Не, мы еще посмотрим, что мне мой брат выбросил, а ну-ка. А ну-ка. Братик выбросил такую волыну. Не, ну слушай, ты, ну ты типа, ну реально нормальный дроп выбросил. Не, ну хэштег не паника, спасибо, конечно, большое. Так, опа. Я слепой. Шутка. А вдруг... Да ёханый бабай почти! Так, так, так... Не подходи, прошу, не подходи. Не подходите близко! Ля. Ты его мышка заела! Давай, я не стреляю в тебя. Разъела? Да. Опа! Блин, чувак, походу она не до конца разъела. Да конечно, тренди больше. Ну ладно, ладно, ладно. Слушай, я смотрю, ты хочешь меня победить, да? Я хочу тебя... Хочешь победить, да, братик? Позвольте замуж. Хорошо. Не, ну я понял тебя. Не, ну так быстро сказал. Так, что бы такое тебе дать бы? Ладно, брат. Ой, братик, я тебе такое-то дал. Ой, братик, понимаешь, когда кенты пока проигрывают, это плохо. Надо с этим что-то делать. Ты гонишь? Маслята топ-1 кламьер. Не, ну это ты зря, тебе просто сразу говорю. Это ты зря. Я вас говорю сразу, это зря, это реально зря. Это очень зря. Сань, ты такой добрый ко мне, а я, блин, такой жестокий, извини, реально. Зря. Он на лонгу. Я ничего не вижу. Обманули! Это зарезано, трындец! А я специально фейканул, брат. Я-то знал, что ты подумаешь, что я пойду вверх на второй этаж, а я на брейне. Чисто 300 IQ move!
Ой, ну ладно, ребят, давайте все-таки будем добрее. Все-таки мой канал про добро и позитив, правильно? Короче, я тебе сейчас очень много на выбор скинов дам. Не, слушай, вот считай, сегодня твой день. Я тебе на выбор дал очень много скинов, реально. Ну, типа, ну хорошо, давай положи. Посмотрим. Давай. Полетели, давай. Мало. То есть я к тебе как человеку, а ты мне вот это, да? Вот это! Ну да, особенно прошлый раунд. Ты мне просто мой скин отдал, слышишь? Хорошо, я понял. Ну хорошо. Ты думаешь, что я не смогу замочить СП-350, брат, ты ошибаешься. Меня, ну знаешь, как называют еще? Не, брат. Кент 350, брат. И это не потому, что у меня 350 хромосом, брат. Или 3. Ладно. Брат, ну давай, свои прозвища на меня не надо проектировать. Ну окей, бро. А где это мы? А где мы прячемся? Я слышу кто-то в тёмочке слева, да? А я на лагу, братик. Ой, мышка заела! Ой, так нравится! Ой! Нравится, что нравится, братику, правильно, у задницу. Осуждаю. 5-6. То есть, когда мать, ты же хочешь победить, да? Хорошо. Ну, братик. Ну, надо эту ситуацию исправлять. Ну, ты согласен? Я тебя не боюсь. Слушай, не, ну сейчас будет вообще прикольная игрушка, я тебе отвечаю. Вот попробуй угадать, что это. Вот просто предположи. Прикольная, говоришь, игрушка, да? Да. Мне, конечно, никогда не угадаешь. Пулемет. Чувак, как ты узнал? Ну это же, единственное. А ну подожди. Наблюдателей ноль. Ну ладно. А то мало ли наблюдателей сидит. Не, ну типа я так задумался, смотри, дробаш, это ну не сказал, потому что прикольно, да? А вапа мы уже играли, М40 мы играли. Мы, наверное, только с этим не играли, единственным оружием. Ага. Поехали! Жестко. Нифига себе! Вперед шел! Хорошо. Пулька залетела. Шальная пуля, императрица залетела. Не, ну получается, я проигрываю, да? 7-5. То есть следующая проработка будет ЭВП. Ну, ЭВП будет с тебя авик в 2. Ну это же надо исправлять, не? Ну конечно нет. Ну надо исправлять эту ситуацию. Ну ничего, ребята. Чем мы тебе так накажем? Небольшую форту дам тебе. Ты что там, так не ври, что ты меня с ножом оставил? Пожалуйста, так не это. Так, ребята, проверяем. О, упал. Под шумом взрывная ночь шагает наш отряд. Понимаю. Ой-ой-ой. Понимаю. А ты мне типа на выбор дал, да? Да. Хорошо. Вот такая вот доброта. Что такое доброта? Доброта это как? Да. Доброта это когда тик-таку дают. Не понял. Слышишь, а ты где? А я где? А где это я? А где это я? А где это я? Ого. А где это я? А где это я? А, ты заплатил? Так, тише. Не пугай. Не. Не, ну, братик. Оп, так нравится ум. Опа. Ребята, просто топ-5 самых неудачных. Пранков вышедших из-под контроля. Прямо в эфире. Не, посмотри, чисто лежишь, отдыхаешь. Брат, ну что тебе сказать? Спокойной ночи, малыши, ё-моё. Ребята, ну, киберспорт тут 6-7. Ну шанс так и пока имеется, правильно? Давай на М40, согласен с тобой? На М40? Не, ну блин, чувак, на это мое слабое место. Ну давай. Я тебе даже все гранатки куплю. Я тебе гранаты бросать не буду, я не такой добрый. Ой-ой-ой. А где последний? А вот. Я тебе все гранаты, все оружие. Я тебе все, что я был, тебе скинул полный боекомплект. Блин, чувак, на М40? М40 это мое слабое место, ты это знал. И ты решил удар в печень сделать. Хочешь, давай не на М40. Давай, короче, ты будешь с закрытыми глазами, я буду с открытыми, как тебе идея? Давай я с одним глазом буду. Да, конечно. Ладно, все, поехали. Хочешь, с одним глазом буду? Да все, чего, хватит, блин. Не, ну реально, по приколу. Ну, да, с двумя закрытыми. Не, ну это нереально. Ну, что там один то такое, знаешь. Лаки-лаки, оп. Ага, ой-ой-ой. Амбаганный стайл. Не как там, опаганный стайл. А где мы? Не. Ты никогда в жизни не догадаешься, где я. Ну, в тёмке я слышал. Как ты услышал? Ну, как-то слышал. Ты чё не прострелил? Ладно, дружно. Ого! Надо кушать. Вишнёвая семёрка, неоновые! Какой вот топ! Чувак! Я сам офигел. Это был неждачий, братик, ладно. Так, я тебе даю твое любимое оружие.
Короче, я считаю, что в последнем раунде все должно быть по-честному, поэтому я тебе, знаешь, что куплю? Ну. Хотя. Блин, я даже не знаю! Ладно, ладно, ладно. Блин, вот знаешь, во мне только что было два кента. Один добрый говорит: да, дай ему M40 и все, хватит с него. И второй кент злой, который говорит: нет. Не давай ему ничего, дай ему просто одну хаишечку. Это тебе там на выбор дал, да? Ну, что могу сказать? Спасибо за игру, плюс Авик Треха. Чувак! Подожди, в смысле, подожди, это нормальное оружие, это имбал. Чувак. Это гембир, я бы даже сказал. О, 32 кила на нем. Как понимаю, ты с Деброшем не очень играешь, да? Попал. Ага. Ни хрена ты меня прострелил! Попал? Чё, ты мне стал 30 хп? Ага. Ах, ты там головку проснул. Брат, я тебе скажу так, одно. За шаурму! Уйля, уйля! Ого. Аккуратненько, аккуратненько. Ты знаешь, где я? Да. Я не там. А, ну ладно, тогда побежал домой. Опа, так нравится! Да-да! Ладно, братан, я тебе скажу так. Не важно, кто победил, кто проиграл. Главное, что победила. Авик, нет, дружба! Авик на базу, пожалуйста. Авик на базу. Трэшер Хантер, пожалуйста, на базу. Не, подожди, подожди. Давай так, давай. Братан, давай, чтобы все было по-честному. Спросим, да. Бена, надо ли тебе отдавать Авик ТХ? Ну давай, мам, давай. Бен, короче, такая у нас делюга, понимаешь? Думаю, отдавать тиктаку Авик ТХ, или можно такое на лохали мой кинуть, что скажешь? Кидаем, родной. Брат, отдавать или нет? Блин, он говорит хо-хо. Можно, пожалуйста, не отдавать? Yes. Можно не давать, он сказал есть! Yes! Что ты говоришь? Он сказал есть! Yes! Он сказал, я говорю, можно не давать, он говорит есть! Yes! Ты прибавишь? Подожди, ты будешь спорить с Беном, с этим хорошим человеком. Ты будешь спорить? Ну как, он не совсем человек. Но, чего ты прикалываешься? Ну блин, Олик хотел забрать. Не, ну если Бен сказал, что ты меня прощаешь, значит ты меня прощаешь. Нахуй промокод бежи. По поводу промокода, короче, братан, смотри, у меня есть ссылочки в описании, там телеграм-канал! И прямо сейчас! Каждый подписчик, который перейдет по ссылочке в описании в телеграм-канал и подпишется, может получить на халяву промокодик. Потому, чувак, пацаны, все, давай, быстро все по ссылочке в описании. Да, все переходим по ссылочке в описании, мы телево подписываемся. Ну что ж, дамы и господа, обязательно прожмите лайкусик под это видео, подпишитесь на мой канал. Также ссылочки на лайк в описании. Всех обнял, приподнял, всем удачи, всем пока!